Почему закрывают небосвод человеком? Ну и самый главный вопрос, вот вы видите, зум. Представьте, да? То есть недорогой аппарат, всего 700 евро. Забиваете Nikon Coolpix P900, смотрите в любом интернет-магазине, в магазине его параметры. То есть заявленные параметры, это максимум 8 километров дальности видения. Или производители брешут, или все-таки официалы что-то не договаривают. Так вот, вопрос самый главный, четвертый. Может ли фотоаппарат Nikon P900 приблизить за 400 тысяч километров так называемый спутник Земли? Всем пока-пока, удачи, 4 вопроса. И вот сейчас можете посмотреть, что делает Луна за 24 часа. Сверху смотрите внимательно. Часы, что делают кратеры. Всем удачи, хорошего настроения. In the moon movement, libration from official science was not confirmed. Plus 90 degrees is an unreal precession, a 24-hour swing cycle. They don't tell us, and that's putting it mildly. Движение Луны, либрация от официальной науки не подтвердилось. Плюс 90 градусов, нереальная прецессия, 24-часовый цикл качений. Нам не договаривают, и это мягко сказано. Все вопросы рассмотрим в следующем видео, в полной версии.